Come on. Слетай давай. Всем привет. И третий первый снег. Сегодня у нас 5 число. 30-го я был последний раз. Нет, не последний раз. 30-го я был на охоте, проверял капканы. Был снег. Потом перед Новым годом, 31-го, он растаял. Мы встречали Новый год без снега. 2-го числа мы были на охоте. Взяли лису. К сожалению, она в кадр не попала. Потом еще собаки нашли белку. Поработали немножко. Че? Молодец. Молодец. Поработай, молодец. Сегодня мы вот по такому снегу ходим. Ну, снег мел вот прям где-то до 9 часов. Следы замело, даже вот лисьи не видно. Хотя лиса долго ходит. Вот сейчас видели беличьи следы. Свеженькие. Ну вот, приехали в лес, походим, может, куничку какую найдем, потому что по зайцу ходить шансов нету. Это если только на шару где-то на голову ему наступишь. Так, приехали в лес, новые места посмотреть, прогуляться ненадолго. Взяли собак. Возможно, получится найти какую-нибудь куницу. Как бы на это расчет. А там как пойдет. Две собаки у нас. Пыжик и Чива. Следопыт мой. Оля, следопыт. Помаши ручкой. Оля, следопыт. Короче, всей семьей, можно сказать, в лесу. Будем искать зверьков. Все, вперед. Что она подняла? Пошли посмотрим по следам. Не, лису погнали. Блин. Хреново, что лису. Вот она как раз, видишь, смотри. Она где-то, видишь, шла, мышковала как раз. Услышала нас, скорее всего. Начала разворачиваться. А Чива тут вот бежала по дорожке, выскочила на ее след. О, она уже в лесу, слышь. Опять в большом. Ай, блин. Главное, чтобы на нору собака, ну, не убежала лисица. Так, она сейчас должна ее бросить. В принципе. Сейчас может. Там выстрел слышала? Не сейчас, но вот когда мы бегали. Кто-то там один расстрелял. В той стороне. Где? Здесь? Здесь может зайчик запросто сидеть вот в эти. Она слетает в лесу. Да, и в лесу, и в это, и на поле. А как оно? О, вот оно. Да, оно лишь сломалось и повисло. Прикольно. Тут поставить капкан, думаешь? Если только вот сюда повесить приманку, а вот сюда капкан поставить. Вот видишь, березка растет. Да. Заходишь за березку, идешь налево, со словами «заяц», выходи. Идешь вот так вот вдоль. Да, да? Да. Сейчас ворону завалим, пускай все думают, что мы по зайцу стреляем.
Ух ты, ё... Смотри, сколько тут их. Смотри, сколько там их. Ого. Да я испугался, я думал, он будет над деревьями лететь. Смотри, сколько там. Смотри, эти кружат, хищники. Короче, ворона где-то на дереве висит, даже не вот. В этом? Нет, вот, прям перед тобой. Вот. А, во! Ага, так прикольно за этого застряла. А не, она еще, смотри, это, смотри, сколько их там кружит. Она под ранком. Так она сейчас сама с этого. Куда, как я ее собью? Она сейчас сама упадет. Чего? О! Пыш, ты, давай взять. Давай, возьми. Ты когда научишься видеть добычу на деревьях? Так мы, бляха, куниц не настреляем. Собака вон бежала какая-то. А тут теленок дох. Нельзя! Пошли вон отсюда! Пошли! Нельзя! Вперед! Это могильник, видишь? Иди сюда! Ну нельзя. Тут надо и куницу смотреть. Тут может и куница где-то ходить рядом. Надо смотреть следы. А сколько телят, да видишь, одни телята гуляются. А летом тут вообще, наверное, вкуснятина. О, летит, смотри. Подбил, да, видишь? Далековато просто было, мелкая дробь. А чё стрелял? Убил патроны. Да не, это мелочь, на утку. Она не жилец, сейчас она где-то там брыкнет. Туда, вот там, где до большого леса, потом свернем налево, потом туда зайдем квартал в лес и обратно пойдем. О! Нифига себе, а как это так? Далеко. Гонча. Блин, лучше бы я не стрелял по этой вороне. Он далеко было. Да, далеко был, да? Да. Видела зайчика. Блин, нифига себе. Ну это собака чужая выгнала. Блин, зайчика, конечно, можно было бы изловить. Как тебе, зайчик, понравился? Молодец, чё. Короче, как получилось? Идем мы там по воронам, стреляем. Я смотрю, собаки как сиганули. И уже потом только зайца увидел. Но было далеко, где-то метров 50-60, вот так. С первого не знаю. Можно было попасть, конечно. Ну, промазал, короче. Походу промазал. А это, видно, кто-то охотится и собака гнала его. Но я не слышал гона. Мы шли. Не слышно было бы, чтобы она работала. Как-то зайца проворонили.
Вот именно проворонили, по вороне стреляли и по зайцу, зайца проворонили. Так бы, если бы просто шли, то, может быть, пораньше бы его заметили. Что, ты не устала? Нет. Наверное, вот он сюда бежал. Они его загнали, он сюда прибежал где-то по этому. И туда на бобровую плотину, скорее всего. А снег уже совсем мокрый стал на ветках. Даже пыжик, видишь? Голос отдает. Сейчас пойдем посмотрим по следам. Может, сюда крутнет? Если бы лось бежал, то бы слышно было. Это, скорее всего, либо косуля. О, так это вообще кабаны, смотри. Видишь след кабанов? Кабаны. Прикинь. Они вернутся. Кабанов погнали. Чивавера первый раз гоняет кабанов. Было бы прикольно, если бы они на нас так туш выбежали. Я ни разу в живую не видела кабана. Только маленький кабанят, помнишь? Ага. Забегали дорогу. Да, помню. Они вон, видишь? Пумба. Как Пумба? Как Тимон. Пумба. Ой, как Тимон. Вот Тимон. Они шли, да. Кабанчики. Ну это хорошо. Что кабанчики есть? Пыш, молодец. Ну и чего, сейчас придет, значит. Пыш кабанов недолго гонял. Но интерес явно проявил. Слышала? Угу. Некая пташка пролетела. Кабан, кабан. Тихо, тихо. Офигеть. Это пыжик. Прикол. Ну что, видела кабана? Офигеть, ну нормальный такой кабан. Чё? Давай, давай, вперед, вперед. Чё, тут, 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 тут. Давай, 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 давай. Это пыжик. Давай, 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 давай. Блин, этого самого. Ты зря начала говорить, так бы он ближе подбежал. Чё, 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 чё? Тут, 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 тут. Давай, 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 давай. Прикол. Я хоть давно я кабанов не видел. Ну так нормальный поросенок. Килограмм за 100. Непонятно, что это было. Девочка или мальчик, но большая. Оля, вот первый раз в жизни кабана увидела. Тебя надо брать на охоту, ты фартовая, короче. Пыжик, я вам смотрю, вообще не захотел идти по следу. Чего-то погнал. Ну у нас сейчас снизилась популяция очень сильно. В связи с чумой отстреливают их и на яму закапывают. Короче, государство даже платит вот на охоту на загонную, если едешь, то там если застрелил кабана, утилизировал, то тебе там 3 базовых. 3 базовых это сколько оно?
Короче, $35, да, примерно. Где-то так. Что-то такое. И кто точно знает, кто ездит на загонные, напишите. Вот так вот. Я, блин, ну я где-то кабана последние годы раз в году встречаю. Вот как раз этот раз. Ну, пускай живут, размножаются, может, что-то поменяется как-то, эта политика на это. Вернется все на круги своя. Раньше мы ездили, постоянно на них охотились, как бы было интересно. Красивый был? Угу. Большой такой, да? Да, красивый. Жалко... Он еще так остановился, как я Да. Замер на месте. Да. Если бы ты не сказала, он бы так, ну, поближе к нам бы. Если бы я не сказала, ты бы его не увидел. Да увидел бы, я бы уже его не увидел. Этого самого. Ну да. Но он был недалеко. О, Чива прибежала. Чива, а тоже быстренько прибежала, иди что-то. Сюда, погоняла его там. 3 секундочки и все. Особо он ее не заинтересовал. Заинтересовал. Не заинтересовал. Ну, это надо собаке стрелять, таких зверей. Если бы, допустим, один раз стрельнуть там собаке, она поработала бы с подранком, то у нее, конечно, был бы интерес очень сильный к такому животному. Тоже что-то заставило его к нам прибежать сюда? Может, он поздороваться хотел? А ты, кабан! Она думает, блин, это, наверное, они меня сейчас будут стрелять. Нам бы след куницы найти. О, это было бы... куда намного интереснее. Ну, у тебя вообще-то охота удалась, Оля. Что там опять, что ли, эти кабаны? Ну, уже не пойдем смотреть по следам, что погнал. Ну что вы тут работаете? А, о, козы, смотри. Видишь, козы, ага. Козы походили. Капец, кабаны, козы, тут шага не ступить. Я ношу топор на втором креплении. Ну, в принципе, норм. Сперва сзади так его вешал, но сзади как-то не очень удобно. А вот спереди повесил. Так он немножко, правда, торчит. Ну, нормально, удобно, не ощущается. Все, уже идем назад, финишная прямая. Мокро, собаки мокнут, гладкие, быстро устают от этого, некомфортные. Чива! Пыжик! Балбесик! А ногами? Тоже же надо. У тебя полуангелочек какой-то получился. Так, ну что, вот такая у нас охота сегодня получилась с Олей. Как тебе, Оля, охота? Понравилась? Понравилась. Расскажи свои впечатления о кабанах, о зайце. Классно. Будешь ходить со мной? Нет. Не будь чего. Ну, изредка буду. Я понял. А капканы пойдешь проверять? Завтра нет. Ну, а вообще? Ну, да, как-нибудь нужно будет сходить. Я понял. Охота получилась насыщенная. Видели зайца, ворон много, лису не видели, лису собаки гоняли. Следы белки, но зверь не походил, в общем. Ну, снег шел где-то до часов 9 примерно. Еще мело, так и причем так конкретно мело. Зверь, наверное, где-то в часиках, я думаю, еще 7 лег, по крайней мере, заяц. Ну, следов вообще не было свежих. Только вот белищи мы видели и там косули кабанов, ну, понятно. Кабана на глаза видели, что очень так редко случается в последнее время у нас. Раньше было много. Раньше... когда на загонные ездили, то в каждом загоне кабанов выгоняли обычно. А сейчас вот такая ситуация с кабанами, что их очень мало. Ну и такого нормального поросенка, не знаю, что это была самка или самец, там через корчи было плоховато видно. Но Оля первая увидела. И так он тихо бежал, бляха-муха, даже не хрустнул ни веточкой никакой. Да? Ну, потому что там тропа была их. Нет, тропа была дальше.
Ну, нет, так он тоже по тропе бежал. Тоже по тропе бежал. Ну, короче, охота была интересная, но не результативная. Ну, ворону одну отстреляли, и то хорошо. Собаки замерзли тоже, вот, шкребутся там в багажнике. Ну, мокро, снег падает на них, тает сразу, и они мокрые бегают, много энергии теряют очень. Пыжик как-то сегодня мне не очень понравился. Ну, будем водить, будет видно, что с него будет. Все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угоде. Пишешь, что подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. И вы увидитесь в угоде. И увидимся в угоде.